собака чего брать? Собачку только сделать. Кошку не надо? Нет. Бабах. Ага. Один нож показал, второй не успел тормозить. Иди в моё! Твою мать! На ровном месте, вот, блин! Հարանցնայր, մեր սեսարագին լավեր տորմուս տվի չէ։ Հա, որտս կան չէ, հա, կաղա որտս կորդը, մեծ բաց չէ, 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 չէ,
Охуеть! Нихуя! Опа! Ничего, на, он тебя регионов, и это большая часть, это что? Абсент. Абсент. Вот, и там, короче, большие туёны, самые большие, 64, по-моему, или 32, если я не путаю. Это в этой, разрешено в единственной стране, это в этой. А, скажите, давай в Чехии. Сейчас попробуем. Где мы его покупали или когда, я не помню. Стоп, 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 стоп! Блядь!
На нахуй. Блять. Нехуй с центрального ряда поворачивать налево. Оставить видео, как думаешь? Надо за ручку подержать. Да, надо подержать за ручку, папа. Вот так подержу за ручку. Слушай, ты что, за офигел, что ли, моих родителей утрачивать? Ай, блин, я что там? Блядь. Ну, хера себе, какого хера? Боже мой. Там живы, Антон, живы. Капец. Ты что делаешь? Я тоже ты, ну какого хрена, они не пропустили, они живы. Водителя «Жигулей» поймали очевидцы. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой накануне вечером. Водитель «Жигулей» пытался уехать с места ДТП, передает телеканал «Лайф-78». Телеканалу также прислали видеозапись с места происшествия. Делом займется дорожная полиция. Нехуй ехать на красный, он на красный ехал.
24 в Москве. Бригада У продолжает. Орал бы песни в баре. Боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз. Ты будешь такой же, будет я через 15. Зато мы сами свои. Ого, ты куда, ёбаный? Костыль. И нашим любимым не стыдно. Вы люди там, ёбаный в рот.